Faraó da Potrim, minuto. Мы уже в шаге от профессиональных поединков. Спортсмены практически профессионалы, но пока мне еще чуть-чуть не хватает им опыта. Они, как видите, выступают в защитных чулках на ногах, опять же, во избежание травм. Возможно, в будущем, как раз вот спортсмены этих пар, возможно, в будущем мы увидим UFC. Все с чего-то начиналось. Рома, на него сядь! В этом поединке на первой минуте 40 секунде удушающим приемом сзади победу одержал боец красного угла, это Артем!